подружки, и с вами снова Жанна. Сегодня мы готовим долгожданные хинкали. Давно просили мне их приготовить, но все как-то откладывала. Вот сегодня и приготовим. Хинкали, как вы знаете, есть много видов, но основные два вида это тиулури и калакури. Тиулури это горные хинкали, которые готовятся в горах. Калакури это городской хинкали, который делается зеленью. Сегодня я буду готовить городской хинкали. Отличие небольшое между этими хинкалями. В одной кладется зелень кинза, а другая без зелени. Все остальное практически одно и то же. Ну что ж, давайте я пока расскажу, что нам для этого понадобится. В ходе готовки я вам еще много интересного расскажу про хинкали. Сегодня для приготовления нам нужно 600 грамм мяса, 100 грамм жира говяжьего. Это 2 луковицы, кинза, черный перец, кориандр, острый перец. Это все нужно для начинки. А еще холодная ледяная вода. Сколько всего нужно, я в процессе вам расскажу и в описании внизу тоже напишу. Для теста нам нужно мука 700 грамм, чайная ложка соли и 250 миллилитров холодной воды. Все, что нам нужно для хинкали. Начнем мы рубить мясо. По поводу мяса хочу сказать несколько слов. Те, кто едят свинину, готовят ее 50 на 50 фарш. Свинина с говядиной. Те, кто любят баранину, готовят ее 50 на 50 говядина с бараниной. А те, кто любят только говядину, то на килограмм говядины 300 грамм говяжьего жира. Вот такой состав всегда получается хинкали вкуснейший. Сегодня у меня хинкали из говядины и немножко говяжьего жира. Я использую 600 грамм мяса говяжьего и 100 грамм говяжьего жира. По поводу рубки. Я решила нарубить мясо, но вполне можно ее прокрутить. Мне, честно говоря, больше прокрученное мясо нравится в хинкали. Но сегодня решила сделать как положено, как бы, как по рецепту. Рубленое мясо всегда как бы больше в цене. И вот таким образом я буду рубить мясо. Мясо мы нарубили. И теперь пройдемся ножиком опять же. Вы видите жирок, который я сюда добавила. Еще раз пройдусь по мясу. Хорошенько порублю. И вот перенесла в кастрюлю. Что дальше? Теперь ее нужно заправить. Лук я сюда натру. На крупную терку 2 луковицы натру. Вот оно. Вот таким образом. Можно и нарезать, конечно, очень мелко. Обязательно подсолим это дело. Соль нужно проверять. Потому что соли всегда в хинкали почему-то не хватает. Всегда приходится добавлять. Кориандра. Чайную ложку. Чуть-чуть острого перца. Перца сегодня мало, потому что ко мне гости, которые не любят острое. Вот, нарезаем кинзу мелко. Пусть будет кинза со стебельками. В стебельках самый как бы вкус кинзы. Высыпаем кинзу к этой массе. И дело дошло до воды. Вода у нас очень холодная, ледяная, можно сказать. Сколько я использую? У меня сюда ушло пол-литра холодной ледяной воды. Такое количество мяса. Тут у нас 700 грамм всего говядины. Вы на глаз увидите, мясо не должно плавать в воде, но ее должно быть много, чтобы бульон получился хороший. Ну вот, с виду вроде уже все готово. И все это надо убрать в холодильник. Пока мы готовим тесто, мясо стоит в холодильнике и пропитывается. Ну что, переходим на тесто. 700 грамм муки, чайная ложка соли и воды. Самое тугое тесто, которое можно вымесить, мы делаем. И месим долго и старательно. Тесто должно получиться эластичным, поэтому месить приходится долго. Что хочу сказать еще про хинкали. Вы, наверное, в ресторанах пробовали хинкали. Но они вечно такие красивые, такие вот, само тесто гладкое, такое вот прям хинкали красивейшие. Дома такие не получаются, и сейчас расскажу почему. В ресторанах тесто делает аппарат, ее проводят под пресс.
Поэтому тесто у них получается такое вот гладкое, красивое, как будто вот искусственное. Вот. А когда руками месишь, так не получается. В общем, не хватает обработки тесту. Руками это невозможно сделать. Поэтому домашние хинкали немножко другие с виду. Вот, вымесила я тесто, убрала в кастрюльку и на полчаса минимум. Полчаса прошли, вот такой вот колбаска у меня получилась. Разделю пополам. Раскатаю. Подпылю немножечко. Сильно много муки не нужно, потому что хинкали снаружи не должно быть слишком в муке, чтобы они получились красивые, гладкие. Если много муки будет снаружи, они такие шершавые снаружи получаются и как бы некрасиво. Вот такой вот толщины у меня получилось лепешечку. Теперь вот стаканчиком вырезаю. Есть специальные штучки для вырезания теста. У меня ее нету. То есть где-то есть, но не нашла. В общем, вот такие шарики я вырезаю. И потом эти шарики я вот так вот делаю из них тоненькие такие пласты. В общем, подготавливаю все тесто для лепки, чтобы быстренько налепить и сварить. Потому что на все это надо время, и чтобы все было готово, и лепить, и варить, чтобы как бы все совместить. Для этого все лучше заранее подготовить. Ну что ж, наше мясо впитало воду, оно стало вот таким вот, не сильно водянистым. И мы переходим на лепку. Смотрите, как это делается. Вот так красиво мы лепим наши хинкали. Я не делаю крупные хинкали, готовлю мелкие. Дома так любим. Хочу пару слов сказать по поводу складок на хинкали. Кто-то говорит, что надо, чтобы было 19 складок, кто-то говорит 17. А в горах до сих пор делают большие хинкали с 28 складками. Почему 28? Сейчас я вам расскажу. Оказывается, 28 – это цифра Солнца. Это время, когда Солнцу нужно обойти большой круг небесной сферы. Пупок хинкали обозначает Солнце. Складки на нем обозначают солнечные лучи. Хинкали наши предки, то есть грузины, готовили в солнечный день, то есть в воскресенье. Потому что воскресенье раньше по-грузински называлось Мзиса, то есть День Солнца. В общем, очень много интересного можно рассказать на эту тему. Но это пока все, что я знаю про хинкали. Вот такое вот поверье есть по поводу хинкали. Но сегодня я готовлю 19 или 17, как получается. В общем, я делаю маленькие хинкали. И, в принципе, сейчас никто и не считает, сколько на нем складок. Ну, все же интересно. Смотрите лепку. Вот так вот это очень интересно делается. Хорошенько зажимаем. Для красоты верхушку немножечко срезаю. И получается вот такой вот аккуратненький хинкалик. Тесто у меня получилось отличное. Оно не рвется, не трескается хорошо. Зажимается хорошо. Все делается. Не слишком много муки. И поэтому хинкалики получились такие красивые. Долепила я 7 штучек. Первую партию как бы. Вот, сегодня лепим много, поэтому вот частями хочу вам вот сразу показать, что у меня получится и какой у нас будет хинкали. А для костей слеплю чуть-чуть позже, они еще в дороге. Вот такие вот мешаем обязательно деревянной палкой. Варятся хинкали 15 минут. И вот после 15 минут варки они выворачиваются пузом вверх. Заливаем чуть-чуть холодной воды, чтобы вся пенка у нас ушла, не помешала нам выловить наших красавцев. Смотрите. Вот так вот. Вот такие у нас красивые хинкали получились. Не такие, как в ресторане, но ничем не хуже, честно вам скажу. Смотрите, какие красавцы. Вот такие вот у нас красивые хинкалики. Подаем мы их, не знаю, кто как любит. Мы любим с черным перцем.
вот так вот эта порция как бы посыпаем и в таком виде подаем. Можно, конечно, со сметанкой, с чем угодно, что вы любите с ней. Кто-то любит уксус туда наливать, вот как откусит, кладут тут немножечко, потом наливают чуть-чуть винного уксуса, несколько капель, даже так кушают. Вот сейчас я вам продемонстрирую, сколько бульона в моем хинкале. Скажу вам, я не зря туда столько воды налила, потому что бульон получился шикарный. И обязательно проверяйте перед тем, как сварить хинкали на соль. Обычно это делают следующим образом. Один хинкали делают, сварят, пробуют, и потом только или добавляют, или, ну, то есть добавляют соль в хинкали. Вот такое вот блюдо у меня сегодня получилось. Огромное всем спасибо за внимание. Спасибо, что остались со мной до конца. Надеюсь, вам мой ролик понравился. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, лайкайте. И всех вам благ. Пока-пока, до новых встреч.